Добрый день. Представляем вашему вниманию комплект мостов Unimog 404, подготовленный для установки на автомобиль Land Cruiser 80. Этот комплект мостов прошел полный капитальный ремонт. После ревизии заменены по дефектовке подшипники, заменены все сальники, сделана ревизия полностью шкварням, поворотным шарниром. Мосты прошприцованы, полностью готовы к эксплуатации. Мы даем на такие мосты гарантию до 3 лет при использовании резины до 42 дюймов. Но данный комплект планируется использовать с колесами низкого давления диаметром 110-120 сантиметров. Комплект мостов дооборудован дисковыми тормозами. Задняя ось оборудована суппортами с механизмами ручника. Передняя ось по два суппорта на каждое колесо. Выполнена дополнительно здесь разводка тормозов. Разводка сделана пока в черновую. Трубки не закреплены на мосту. С тем, что после установки уже мостов на автомобиль, окончательно приварки кронштейнов, эти трубки нужно будет закрепить. Мосты оборудованы пневмовключением блокировок. Фланцы под кардан автомобиля Land Cruiser 80, передний и задний. Фланцы дополнительно нами модернизированы. И сейчас мы устанавливаем тавотницы для того, чтобы сальник служил долго верой и правдой. Также комплект мостов оборудован системой подкачки колес. Узлы подкачки установлены внутри бортовых редукторов. И каждый узел имеет два выхода. Один из них заглушен пробкой. Передний мост этого автомобиля перенесен редуктор на правую сторону. Можно заметить, что смещение вправо, так как это необходимо для выхода раздатки таких автомобилей, как Land Cruiser, Nissan Patrol, УАЗ и прочие. Но видно, что само смещение редуктора здесь небольшое в правую сторону по ряду причин. Ну, во-первых, здесь использованы штатные полуоси Unimog. И при использовании штатных полуосей заводских смещение редуктора получается небольшое. У нас сейчас также в разработке два проекта мостов с большим смещением редуктора относительно центра. Такое смещение редуктора, как сейчас, оно допустимо, если лифт 6 дюймов и больше, при установке больших колес, таких как вот здесь 110-120 сантиметров, то есть возможность и соблюсти угол кардана и разойтись поддону двигателя с центральным редуктором. Если же планируется установка небольших колес и лифт будет небольшой, то для таких задач мы разрабатываем два варианта мостов. Один из них, когда используем короткую часть от автомобиля Unimog 411, она на 17 сантиметров уже, чем вот этот чулок. В целом чулок получится, мост по фланцам 160-170 сантиметров, что подходит для большинства инсталляций на среднеразмерные внедорожники. В данном случае тормоза дооборудованы колесными проставками. Колесные диски здесь планируются 21 дюйм с разболтовкой Unimog. Проставки, кроме того, как увеличивают ширину моста, необходимую для установки колес такого размера, так и позволяют тормозным суппортом разойтись с колесным диском. Думаю, что следующие модели мостов мы покажем в следующих обзорах. Также
Данный комплект мостов предполагается с установками на родные клюшки Land Cruiser 80. И тут перенесена рулевая тяга сзади вперед, с тем, чтобы разойтись клюшкам и рулевой тяге. Автомобиль планируется использовать в условиях крайнего севера, тундра, зима-лето. Ну, я надеюсь, что эти мосты себя оправдают. Спасибо за внимание, задавайте вопросы.